смотрите, у нас был небольшая эстафета по мотоджимхане. Даже не просто эстафета вокруг конусов. Кто быстрее приехал, тот получил приз. Формальное мероприятие закрытия сезона. Оно, как сказать, это не сигнал к действию, там не какой-то приказ. Все, закрыли сезон, и все, дальше не будет езды. Некоторые ребята ездят ежегодно, вообще там круглый год. Как считаешь, народ-то накатался? Нет, потому что сезон был дурной, дождливый, конечно, очень многие не накатались, я в том числе. Но те, кто хотели, те самые отчаянные головы, конечно, для них дождь был не проблема. А в целом вот это мероприятие, оно, можно сказать, грустное или это все-таки праздник? Праздник, конечно, праздник. А что ты так грустно сказал, что у тебя это праздник? Да нет, все хорошо. Да это вообще самое грустное мероприятие, которое может происходить в этом году. Мотозакрытие – это ужасно. Это самый страшный сон вообще любого мотоциклиста, потому что после этого дня уже можно официально поставить мотоцикл в гараж, зачехлить его. И ждать следующего сезона. Вот, но погода. Ну, не погода. Все это будет. Погода шикарная, видишь, сумели договориться. Дед Мороза, как видишь, с нами этот утопили. Раз нет. Да. Мы его в прошлый раз утопили. И поэтому мы будем после этого закрытия стараться этот сезон продлить как можно дольше. Как можно дольше. Однозначно. На самом деле, это просто мотоприцеп. Был он сделан для поездки на север. В начале июля, значит, была поездка, мотобухта. Вот. И, ну, соответственно, прицеп был сделан для удобства перевозки вещей. Вот. Ну, сейчас там не пиво. Оно там будет чуть попозже.